Вторая часть ролика. Вы на канале Любов Михаил. Мы продолжаем погоню болта и ржавого. Или как он там? Болт и резкий. Да, болт и резкий. Головарь их не спрятался. Джонни Рыжий. В старом заброшенном цирке. Вот. Полиция окружила болта и резкого. Поймали и везут в тюрьму. С помощью винтика. Машину вернули хозяину. А эту куда? Вернули. А эту никуда? Нет. Но это продолжение других бандитов. Эта история не заканчивается. Другие два преступника нанял шеф их. Джонни Рыжий ограбить банк. Сигнализация сработала в банке. Два преступника украли золото и едут в сторону леса. За ними выехало три полицейских машины и винтик. Три полицейских и винтик. Те преступники смеются им вслед. Заминировали дорогу. Машина наехала на мину и взорвалась. Майор, нужна помощь. Одна машина взорвалась. Срочно вызываем майора. Преступники заминировали дорогу. Надо осторожнее быть. К ним так просто не подобраться. Они хитрые и наглые. Вот. Хитрые и наглые. Преступность так и развивается в нашем городе. Надо срочно всех бандитов переловить. Шеф вызвал на помощь помощника на Ламборджини. Ламборджини выезжает из гаража полицейского. Ламборджини! Какая? Урус! Урус! В гараже полицейского светофора. Урус! Да, выезжает на помощь. И Шевроле он вызвал на помощь. Где полицейский Шевроле? Шевроле выехал навстречу бандитам, чтобы поймать. Навстречу бандитам. Не сзади, а навстречу, чтобы лоб-лоб врезаться с ними. Фадей. Фадей, где бандиты у тебя? Машина едет им навстречу. С другой стороны, с леса. С леса. Тяжело с тобой случай, Фадеев. С той стороны машина едет. Тебе долго объяснять? Что ты не можешь? Выехать им навстречу той машине ты не можешь? Твой мозг не соображает, я смотрю совсем. Перегороди им путь, Фадей. Навстречу, чтобы преступники далеко не уехали. Долго мне тебе им объяснять? Надо было сразу выехать там, а не объезжать всех. Не так ты едешь. Надо было с той стороны ехать. Где лес находится? Где папа спит в той стороне? Где лес находится? Оттуда было выезжать навстречу. И перегородить им путь. Пока они всю дорогу не заминировали. Непонятно, что ли? Поди. Сейчас все взорветесь. И майор погибнет, и все погибнете. На этом история закончится. Фадей, соображай головою. Они же бандиты. И их не так просто взять голыми руками. Это заядлые ярые преступники мира. Чего, папа? Соображай мозгом. В случае экстренного случая, что ты твой мозг будет делать, Фадей? Соображай резче. Давай быстрей. Все. Ты попал в тупик. Преступники удрали. И завтра начнется снова преступление в городе. Вот так вот. Наш майор ступил. Он очень глупый. Нужно срочно менять майора в городе.
Винтик развернулся в сторону и уехал в другую сторону. В город он уехал обратно. Ну чё ты сидишь? Не парь мозг. Разверни машину. Чего ты замер-то? Очнись, проснись, Фадей. Ты спишь. И снится тебе кошмар. Как Джонни Рыжий нанял бандитов, ограбивших банк, и они от вас удрали. И вы не могли их поймать. Смешно. Четыре полицейских машины не могли поймать одну. Это смешно. Следующая история не заканчивается. Будет еще третья часть. Кому понравился ролик, ставьте лайк или дизлайк. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Для развития канала.